Привет, друзья! Привет, с вами Михаил Булавцев, Лилия Донскова, и снова с нами мелкий пес Мани. Сегодня у нас 18-й день нашего видеомарафона с темой страхи. Чего мы боимся и как это влияет на нашу повседневную жизнь, на наши результаты. Ну, примерно так. 2 дня мы рассуждали, обсуждали данную тему и искали свои страхи. И не нашли. Честно, не можем найти страхи, которые у нас сейчас есть. Да, были у нас страхи звонков, например. Холодных звонков. Да, начали звонить, и как результат все это положительно отражается на бизнес, в бизнесе. Были страхи публичных выступлений. Боялись. Выступили в Крокус Сити Холле перед аудиторией в 6 тысяч человек. Все, страхов никаких нет. Да, есть у меня еще один страх. Я боюсь стать карликом-грузином. Нет, Миша, нет! Шучу. Друзья. Но можно я скажу по поводу страхов? На самом деле страх, он, в принципе, это неплохое такое чувство. Оно может сохранить жизнь и помочь в некоторых ситуациях. Но это что касается вот именно конкретной жизни. А в принципе, да, если вы чего-то боитесь, то нужно просто делать. Чем быстрее вы начнете, тем лучше. То есть как если раз... внутренний голос говорит, страшно, нет, я этого не буду делать, наоборот, это просто приказ внутренний. Иди и делай. И вы знаете, вот это еще супер усиление получается, страх, потому что это очень такая мощная энергия. Зато какой результат вы потом получите, какие эмоции, восторг. Да, и данные слова Лили я как раз могу сравнить с катанием на сноуборде. Только что приехал со склона. Для того, чтобы ездить на сноуборде, необходимо вес тела перенести на переднюю ногу. То есть вам необходимо наклониться на склон, туда, в сторону склона, то есть упасть с горы. Но вы не упадете, вы начнете движение. Вы будете катиться, получать удовольствие. И кайф. И кайф, да. И аналогично со всеми страхами. Как только вы начнете их перебарывать, вы начнете двигаться. Спасибо вам всем за внимание. Ребят, ничего не бойтесь. А если боитесь, то идите и делайте. Берите и делайте, да, совершенно верно. Всем пока. До встречи. И не забывайте ставить нам оценки. Лайки, оценки, репосты приветствуются. Пока-пока.